Итак, друзья, я буду пользоваться вот таким штативом. Вы можете взять две книги и стекло от фоторамки и сверху положить телефон. И будет тот же эффект. Нам понадобится обычный черный чай и шпажка. Итак, смотрите, вот приложение, о котором я говорила. Здесь все понятно, все просто. Чтобы снимать, нажимаем на красный кружочек. Итак, закрепляем на штатив, либо на стекло вы кладете свой телефон. И смотрите, здесь есть такое приспособление, что можно видеть предыдущий слой. Таким образом, если у вас вдруг что-то дернется, телефон куда-то там соскользнет, то вы всегда будете, будет возможность вернуть обратно. С помощью шпажки или карандаша вы можете обозначить края, где у вас будет плоскость сниматься. И поехали. Делаем маленькую кучку, нажимаем снять, потом эту кучку расширяем. Делаем небольшие изменения, чтобы анимация была не резкой, а плавной. И вот таким образом у нас появляется восьмерка. И затем можно попробовать написать слово. Ну, думаю, вы и так уже догадались, что здесь будет написано 8 марта. Постепенно-постепенно мы пишем каждую букву. Помогаем себе пальцами. Можно использовать кисточки. Смотрите, каждая буква у меня появляется не резко, а постепенно. Таким образом, анимация будет интереснее. И это касается всего чего угодно. Вы можете делать, например, появление рыбки, появление вообще любого слова. Например, то же самое приветствие с добрым утром или хорошего дня вы можете делать вот с помощью такой простой анимации. У меня это все заняло буквально минут 15. И вот такой вот имитация салюта появилась. Давайте посмотрим, что получилось. Нажимаем на треугольничек, и вот оно воспроизведение того, что у нас вышло. Поздравляю вас, анимация готова. И сейчас попробуем еще один такой момент, это превращение. Когда один предмет плавно превращается в другой. Итак, я делаю все, начинаю с точки, потом точка постепенно-постепенно превращается в сердечко. Затем я из сердечка формирую вот такой вот квадратик. Затем квадратик расширяется в овал большой. Я постепенно добавляю чай и увеличиваю этот овал. Главное не забывать делать кадры. Так, наш овал достаточно уже увеличен, и теперь я пишу свое имя. Также можно писать то же самое «Доброе утро», например. Или название рубрики. Итак, давайте посмотрим, что у нас получилось. Оп! И вот такие превращения. Скорость в этом приложении вы тоже можете увеличивать либо уменьшать. На самом деле разобраться там несложно, поэтому рекомендую вам скачать это приложение и пробовать себя в мультипликации. Ну а я желаю вам успехов, пока-пока!